когда над северной двиной проснется солнце. Так, рот попадает. Не попадает. Меня учили. Когда не умеешь петь по фонограмму, нужно говорить быстро разные песни. Давай, говори. Так. Архангельс гордится тобой, детка. Да, давай. О! На фоне КамАЗа прекрасно, прекрасно поешь. Так, не попадаем в аварию. Ну-ка. Опа. Перекрыли, суки. Это не по тексту. Монтаж. И припев. Архангельск, да. Ты чё мой ноут бьёшь? Поехали помоемся. Помоемся? Опять к тебе? Ништяк, да? А теперь версия Бай Оксана. Давай, сейчас. Ты уже танцуешь, да, блин? Давай, давай. Так, так. Ручками, не только. А? Гаишники в кадре нужно брать. Да, я видел. Ты знаешь, это сдвинутая лямка лучше, чем гаишник в кадре смотрится. Ну а что петь-то? Чё? Ты думаешь, это и все, что ли, петь уже не надо? Так многие думают на эстраде, но, понимаешь, это не то. Я думала, гаишник меня прикроет. Да гаишник тут при чем? И, давай, вместе, вместе. Yeah. А пальцем на меня? Собственно, ладно, это другой видос уже будет. Главное, сколько можно вариаций сразу нарезать. Как в том пошлом анекдоте. Все, давай.